Большая Балашиха Лайф. Новости. Группа «Железнодорожный ВКонтакте» в минувшие выходные провела очередную встречу в клубе «Трианон». Мероприятие было дневное, поэтому у участников группы была возможность прийти с детьми. Аниматоры, фокусники, аквагрим притягивали внимание не только детей, но и взрослых. Полуторачасовая музыкально-развлекательная программа также порадовала участников группы. Встречу группы «Железнодорожный ВКонтакте» можно назвать и детским утренником, и вечеринкой для взрослых. В любом случае, независимо от формы, мероприятие организаторам удалось, за что участники группы выражают благодарность и администраторам, и руководству клуба «Трианон». Большая Балашиха Лайф. Новости.